домашние вкусные пельмешки. Поехали готовить вместе. Берем воду комнатной температуры, добавляем яйцо, соль и хорошо перемешиваем. Просеиваем муку, делаем углубление и добавляем туда нашу смесь. Перемешиваем и замешиваем тесто. Оставляем тесто отдохнуть 20-30 минут в холодильнике. А пока займемся с вами начинкой. Берем мясо, превращаем его в фарш. Добавляем туда лук, соль, специи. У меня черный перец и специи для мяса. И хорошо перемешиваем. Убираем в холодильник. А пока займемся тестом. Раскатываем и делаем формочки, которые вам нравятся. Либо маленькие, либо большие. У меня они получились средние. Лепим пельмешки. И вуаля, все готово. Приятного аппетита!